Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили, и сегодня у нас с вами будет домашний влог. Да, вчера я уже снимала подобное видео, но так как там было очень много хороших комментариев, что Айка, снимай почаще, много просмотров, я решила, почему бы нет, сниму еще. Я недавно встала, искупалась, привела немножечко себя в порядок, и давайте сделаем зарядку. Блин, ненавижу спорт. Все, достаточно. Вот эту ногу мы будем тренировать завтра. Перенагружать тоже нельзя себя. Со вчерашнего дня осталось прям чуток вот этого вот тортика. Прям один кусочек. Кусочек для меня. Вот, я пойду завтракать с тортиком. А мы здесь подготавливаем креветки для моего нового видео. Ребята, сижу я, значит, делаю макияж. У меня такое ощущение, что прям брюки такие пыльные. И именно на видео почему-то так кажется. Ну да ладно. В общем, так больно сидеть на брюках. Никогда не покупайте такие брюки. Они выглядят красиво. Это домашний такой костюмчик, но очень больно сидеть, лежать. Вот так вот я сижу, и у меня прям здесь они въедаются в кожу. Вы просто посмотрите, как аппетитно. Здесь, значит, креветочки. Они почему-то так уменьшились в размере после жарки. Здесь, значит, вот эта вот лапша, которая с дырочкой, и картошка. Еще здесь будет у нас яйцо и огурчик. Я думаю, что обалденный мукбанг получится. Перекладываю все это вот на такую тарелочку, чтобы был контраст, так скажем. Остренько, конечно, получилось. Мама прям много перца добавила. Но я думаю, что будет очень вкусно. Ой, куда ты? Куда ты? Чувствую, я заляпаюсь. Ну ничего, зато интересно получится. Все, я сняла для вас мукбанг. Сейчас сидела, читала комментарии, и там одна девочка Сабина Мержалиева. Она написала, что покажи гардероб, что носишь, что не носишь. Сними отдельное видео, как ты сказала, кто захочет, посмотрит, а кто нет, тот пройдет мимо. Я подумала, как раз сейчас снимаю влог, почему вам не показать. Как раз я разбираю шкаф. Сейчас вам покажу, какой порядок я навела, хотя в комнате немножечко бардак. Но есть кое-какие платья, которые я совершенно не ношу. Даже ни разу не носила, вот реально, одно платье есть. Я их хочу отправить в деревню, они достаточно длинные. Я думаю, что наша соседка, невестка нашей соседки, будет с удовольствием носить. Если она тоже не захочет, она может кому-то отдать, неправильно выбрасывать. Раньше я выбрасывала, и мне все подписчики говорили, что «Айка, зачем ты выбрасываешь? Ведь у кого-то нету, кто-то хочет, например, да? Может, я считаю это не модным, не актуальным и так далее для меня лично, да? А кому-то может нравиться». Ой, господи, солнышко светит. В общем, сейчас вам все покажу. Это значит, я сейчас я буду делать уборку и помою это стекло. Обязательно, обязательно. И вот что я навела порядок. Посмотрите, как я сложила аккуратненько. Маечки домашние. Тут у меня одежда, шортики. Вот вся одежда. Одежда вся здесь. Здесь мои любимые джинсы. Здесь тоже, кстати, нужно... прибраться, так скажем. Я вроде все сложила, но есть некоторые, которые я вообще не ношу. Например, вот эти. Ой, господи. О! Да. Хорошо, да, я сделала порядок. В общем, у меня есть вот такие вот брюки. Они на низкой посадке. Это уже не модно. Я даже не знаю, кому можно их отдать. Они новые. Ну как, пару раз носила, но не старые они. Но то, что они на низкой посадке... Я точно их носить не буду, поэтому откладываю. Ребята, я тут так думаю, может быть, примерять и показывать вам, а то так непонятно. Сейчас я вернусь к вам уже в этом. Я еле разместила телефон, надеюсь, что он не упадет. В общем, вот такое вот платье, оно не очень длинное, вам, правда, не видно. Но вот так вот оно.
Я хочу от него избавиться, потому что я не ношу, мне оно совершенно не нравится. Думаю, вот отправить в деревню, может быть, невестка соседки оденет. Такой вот здесь орнамент интересный. Но честно, оно немножко полнит, и даже дело не в том, что оно полнит, меня это не напрягает. Просто я это носить точно не буду. Итак, следующее, это вот такая вот юбка. Она неплохая, классическая, носить можно, но проблема в том, что я не ношу. Носить можно, но не ношу. Зачем просто так захламлять свой гардероб? Могу отдать кому-то, кто действительно будет носить и будет, как сказать, ну, рад этой вещи. Вот так вот выглядит юбочка. Сидит, в принципе, на мне неплохо, но не ношу. Дальше вот такое вот платье. Я разбираю гардероб и заодно кое-что снимаю для вас. В принципе, платье неплохое. Здесь, посмотрите, такие вот кожаные вставочки. Аккуратненькое такое. Но не ношу вообще. Купила где-то, наверное, 3 года назад. Один раз носила. И это совершенно не мое. Я себя чувствую какой-то, знаете, женщиной. Я не чувствую себя девушкой. Вообще, я не люблю платья. Предпочитаю джинсы, кроссовки и что-то такое более спортивное. Показать вам не получилось. Просто, наверное, я поправилась. Еще здесь очень зауженный низ, поэтому не смогла, наверное, влезть. Вы поняли? Очень низкая посадка, поэтому, наверное, выброшу. Кому нужны джинсы на низкой посадке? Хотя они не старые. А есть, ребята, вещи, которые у меня очень давно. Вот эту кофту я покупала, когда я была в 9 классе. И до сих пор она мне очень нравится. Могу ее спокойно носить. Вот так вот. Сейчас померю и покажу вам. Вот так вот выглядит на деле. Правда, не с черным бюстгальтером. Вот с шортами так спокойно могу надеть. И мне нравится, как смотрится. Вроде бы очень старая, пора выбрасывать, но... Ношу, люблю. А еще, господа, посмотрите, что у меня есть. Привет из 10-х годов. Вот такая вот штука. Ну вот куда это? Ну зачем это нужно? Понятное дело, что вот так вот я никуда не пойду. Поэтому либо выбросить, либо кому-то отдать. Вот если честно, если бы у меня была бы дача, все, что я выбрасываю, вот этот хлам, я бы, наверное, оставляла как ностальгия, не знаю. Иногда, когда бывает, я нахожу старые свои вещи, и у меня прям, знаете, на душе прям как маслом по сердцу. Я вспоминаю эти дни, и мне как-то становится приятно, что ли. Поэтому, если бы у меня была бы возможность и было бы пространство, то я бы обязательно все бы оставляла. Но, к сожалению, такой возможности у меня нету, потому что я живу в квартире, здесь нету кладовки, поэтому приходится как-то от этого всего избавляться. Также я большой шопоголик, я люблю покупать все на скидках. Когда я вижу скидки, меня не остановить, надо, не надо, я беру. Поэтому избавляюсь. Дальше, значит, такой ремешок нашла у себя. Носить не буду. Не знаю, какой-то ребенок может будет носить. Выбрасывать, если честно, жалко. Кому-то предложу. И еще у меня есть вещи, которые я даже не распаковывала. Это такая маечка. Просто у меня много таких вот маек. Я заказывала около 6-7 штук. Я думаю, что эту носить не буду даже дома, поэтому кому-то отдам. Точно-точно такая же. В такой же расцветке у меня еще одна есть. Я что-то, знаете, не подумала и заказала 2 одинаковые одного же цвета с Алиэкспресс. Заказывала, даже вам видео показывала. В общем, как-то так, это тоже избавляемся. Короче, уже, как вы видите, вечер. Прошло приличное количество времени. Я еще до сих пор в этом во всем. Я разбираю, здесь у нас целая гора вещей. И я думаю, стоит ли все это показывать вам, или вам это будет неинтересно, я даже не знаю. Я хочу опередить вас и ваши комментарии. Быть может, кто-то напишет внизу, кому нужен твой хлам, кто это будет носить, Айка. Но проблема в том, что когда я снимала видео и выбрасывала все это, мне тоже писали в комментариях, что зачем ты это выбрасываешь, может быть, кому-то это надо, кто-то нуждается, кому-то этот стиль нравится и так далее. Поэтому я все это
заворачиваю в баул, отправляю в деревню, отдаю нашей соседке, и пусть они уже разбирают, если будут носить, будут, не будут, выбросят. Но в любом случае моя совесть будет чиста, что я просто так не выбросила на ветер вещи, которые кто-то мог бы носить. Поймите меня и не осуждайте. Я вас очень-очень сильно люблю. Если вы тоже такой же шопоголик, как я, то пишите в комментариях. Вот реально, мама иногда говорит, купи одну вещь, дорогую, хорошую, фирменную, не знаю, на скидках иди, не знаю, в Adidas и покупай там дорогие, хорошие вещи. Но мне больше нравится покупать хлам. Я понимаю, что это не очень целесообразно, но мне так комфортно, мне нравится, мне без разницы, сколько стоит вещь. Вот, например, вот эти шорты, которые я обожаю. И, кстати, ни разу не носила. Кто в Инстаграме подписан на меня, тот в курсе, когда я их купила. Потому что все, что я не покупаю, я обязательно показываю в своем инстасторис. Так что обязательно подписывайтесь, ссылочка будет внизу. Так вот, я их купила за 17, по-моему, манат. Это достаточно дешево. И мне нравится. Я буду носить, не знаю, раза 3-4, может 5, потом выброшу. И меня прям, знаете, даже совесть не мучает, отдам кому-то. А если я покупаю какую-то супердорогую вещь, мне уже жалко ее выбросить, или она мне быстро не может надоесть, потому что за нее были отданы кровно заработанные потом денежки. Не знаю. Опять же, моя мама, например, категорически со мной не согласна. Она считает, что это тупо, глупо столько всего покупать. Вот. Но мне так комфортно. Я так чувствую себя счастливой каждый раз, когда я что-то себе покупаю. Я прям порхаю от радости. Я, кстати, заметила, сейчас еще бижутерию начала разбирать свою. В комнате такой бардак. Что-то надо с этим делать. Сейчас все разберу обязательно перед тем, как буду спать. Я заметила, что у меня вообще нету нормальной бижутерии. Представляете? Раньше у меня ее было очень много. Я прям дарила, снимала видео. А сейчас уже даже вещи, которые я не носила, они уже потеряли свой цвет. Вот я думаю, что как раз-таки, наверное, бижутерию надо покупать дорогую, чтобы она не теряла свой цвет. Потому что есть изделия, которые я приобрела, один раз носила, и они просто у меня лежали в шкатулке, и уже они поржавевшие. Так что как-то так, на мой взгляд, все-таки бижутерию нужно покупать хорошего качества, чтобы, ну, длительный период ее носить. А одежда какая разница? Ну, на мой взгляд, если швы ровные, все офигенно, ну зачем платить больше? Готовила мама. Это тот соус, про который я вам говорила в мукбанке. Обязательно посмотрите рецепт на iCook'е. Ссылочку я вам оставлю. Если ты не хочешь попадать в хэдер, в каждом влоге должно быть немного мукбанка.